суток. И так покажу, как я провел лето. Вот, обратите внимание, типовые дома, типовые крыши. Вот кто-то уже переделал крышу. Сейчас покажу, как я сделал свою крышу. Вот он мой дом. Еще совсем чуть-чуть не доделал. Как говорится, актуальная тема у нас в стране. Доступное, дешевое, быстрое жилье. Вот он мой дом. Вот на перемычке окна видно, что был скос. Веранда. Я ее выровнял наравне с домом. Бортик выложил. Сделал вот такую мансарду. Вот. По стоимости где-то обошлось в районе 200 тысяч. Весь материал без работы. Делал все сам. Делал один. Вот такая получилась хата. Вот. Внутри еще 1150 сделать отделку внутреннюю, и получится обалденное жилье. Наверху получилось 60 квадратных метров. Вот. Здесь вот я оставил выступ, здесь будет продолжение. Вот до этого угла будет продолжение, когда построится пристройка. Здесь я вот заложил в этом году фундамент. Фундамент, как известно, должен дать осадку. В следующем году из газосиликата выложу здесь стены. Вот, значит, эта крыша здесь продлится. Вот, пока временно сделал вот так. Небольшие недоделочки остались. Всякие уголочки вот подобного плана прикрутить надо вот в этих местах. Вот здесь по углу. Вот. Так что, люди, стройте и живите. Не жалуйтесь, что негде жить. Вот. Втроем, четвером живем. Мама, сестра, я и племянник. Внизу 60 квадратных метров, вверху 60 квадратных метров. Это внизу 60 квадратов отапливаемый. Здесь будет 4 на 4, 16 квадратов. Здесь коридор, короче, около 200 квадратных метров жилья. Все мало нам, русских. Надо раздолить. Вот осталось пару листиков железа накрыть. Гидроизол лежит, дождь уже не страшен, но доделать надо. В этом году задача максимум у меня сделать верх. А внутреннюю отделку можно делать и осенью, и весной, и зимой. Вот какие-то процедуры можно делать, поэтому внутренняя отделка будет позже. Все, всем спасибо. До свидания.